Всем привет, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот мороженку. Мороженка сам полакомься, лакомка, пломбир ванильный в шоколадной глазури из свежего молока. Вот, и давайте посмотрим его состав. Сейчас я пошуршу чуть-чуть. Тут же сразу написано: внимание, Сампо тра-та-та является зарегистрированным товаром законом производителя. Ну что ж, хорошо, я рада. Так, давайте посмотрим состав у него. Я надеюсь, что вы успели прочесть. И давайте его откроем. Так, ну для начала я посмотрю. 300 килокалорий в нем на 100 грамм, а самого продукта у нас 80. Ну, где-то поменьше 300, значит. Так, он у нас спрятан в такой золотой штучке, на которой написано «Сампо». Вот, ну, наверное, это на улице удобно кушать вместе с ней. Вот, но я ее обычно отделяю. У нас получается куча бумажечек потом. И, честно говоря, я очень ее люблю класть в какую-нибудь красивую пиалочку и немножечко ждать, пока она растает. А потом беру такую длиннющую чайную ложечку и начинаю по бокам у нее вот этот вот шоколад отковыривать. Она, блин, мне так она начала нравиться, это мороженое. До этого я как-то его особо не замечала. А когда пришла крестная в гости, она меня им угостила. И сказала, что она сама его очень любит. И вот с тех времен я полюбила. И каждый раз, когда покупаю мороженое, я либо покупаю пломбир, на него тоже есть обзор на канале, большой такой, либо вот это. Ну, либо гигант еще. Давайте его, наверное, попробуем. Оно уже почти растаяло. Прям тает во рту, но оно бесподобно вкусное. Особенно вот эта вот штучка мне очень нравится. Мне нравится то, что она здесь толстенькая, вот эта вот штучка типа шоколада. Вот, посмотрите. Ну, она там занимает, не знаю, ну, миллиметра, полтора-два. То есть не просто там вот чуть-чуть что-то... Что-то она не фокусирует у меня. Не хочет она фокусировать. То есть она не просто там чуть-чуть обмазана сверху там. Она такая, она прям вот, знаете, во рту тает. Прям вот очень вкусно, обалденно. Вот. Давайте сейчас само мороженое попробуем. Оно обыкновенное, белое. Внутри его ничего не присутствует. Просто там мороженое, а сверху вот эта вот глазурь. Или там, я не знаю, что это такое. Видимо, я мороженое уже очень давно не ела. Но оно бесподобное, вкусное. Мне даже, знаете, немножечко напоминает вкус молока. Бывает, знаете, вот мороженое просто сладкий, просто их съел и съел. Вот, а здесь, ну, видимо, я, наверное, просто давно не ел мороженое. Но оно вкусное, действительно. Ну вот, наверное, вот тут вы, может быть, видите сбоку. Сейчас. Плохо фокусируется, но я думаю, вам видно то, что она довольно плотненькая. И внутри она точно такого же цвета. Она
тает во рту. Есть еще такое же мороженое, похожее, оно по весу где-то грамм на 5 или на 7 или на 10 грамм меньше. И, естественно, рублей. Этот стоит 37 в Перекрестке, а то стоит 33 рубля. Вот, но то я не помню, пробовала я его или нет. Там, по-моему, шоколадом он обмазан. И, наверное, там слой шоколада поменьше, может быть. Ну, посмотрим, может быть, в следующий раз на то мороженое сделаем обзор. Вот это вот очень вкусное, прям бесподобное. Не знаю, мне нравится. Напишите в комментариях нам, вам, вернее, нравится это мороженое или нет, вы его пробовали или нет, понравилось ли оно вам, или, может быть, вы его попробуете после этого ролика и напишите свой комментарий. Мне будет приятно, если вы оставите свой комментарий именно на канале, в YouTube. Канал мой называется Art Money, а то сейчас ролики начинают воровать. Вот. На сегодня, в принципе, это все. Мы с вами его попробуем. Он очень вкусный, такой приятный на вкус. Выглядит, кстати, он, да, довольно хорошо у нас выглядит. Как у нас тут нарисовано? А, у нас не нарисовано ничего. Он хорошо выглядит, красиво, его можно подарить. Аккуратненький он такой, хорошо запакованный, ароматный. Ну, что уж тут говорить, это мое любимое мороженое, и, конечно, оно будет хорошее, естественно. Вы же не будете покупать там ваше любимое мороженое, но при этом, допустим, оно некрасивое, плохо выглядит, неаккуратное. Вы же его в следующий раз, наверное, не купите уже. Вам как-то не очень, наверное, будет приятно. Покупаешь, а оно какое-то внутри там непонятно какое. Ну, вот напишите, кстати, в комментариях, стали бы вы брать мороженое. Если бы оно внутри было непонятно какое, некрасивое, изломленное там. Ну, в принципе, можно потрогать. Бывают даже гиганты изломленные, их можно потрогать. Если он круглый, значит, все хорошо. Если он приплюснутый, значит, не стоит брать. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Смотрите другие наши ролики, обзоры на продукты, на вещи, на всякие там. Вот. Слайм был недавно. Посмотрите. Предыдущий, наверное, это будет ролик. Вот. Еще очень-очень много всего интересного будет на продукты. Также вы можете оставить в комментариях, какой бы вы хотели на моем канале увидеть обзор на продукт. Вот, если он продается в моем магазине, в моем городе, если он существует, есть, то я его обязательно куплю и сделаю обзор. Ну, обязательно напишите в комментариях. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока.